Сергей Клычков. «День иной золотой печатью», читает Павел Беседин. «День иной золотой печатью навсегда закреплены знаком роста и зачатия, кругом солнца и луны. День смешал цветок с мозолью, тень морщин с улыбкой губ, и, смешавший радость с болью, он и радостен, и груб. Одинаковы на солнце зреют нивы у реки, и на пальцах заусенцы от лопаты и кирки. Растащивши каждой хате жар и трепет трудовой, грузно солнце на закате поникает головой. Счастлив я в труде, в терпении, провожая каждый день, возвестить неслышным пением прародительницы тень. К свежесметанному стогу, прислонившийся спиной, задремать с улыбкой строгой под высокой луной, под ее склоненной тенью, в свете чуть открытых глаз, встретить праздник, сокровение и зачатие тихий час, чтобы наутро встать и снова выйти в лоно целины, помешав зерно и слово, славу солнца и луны.